основной целью нашей поездки было это как раз таки договоренность о том, чтобы мы привезли сначала на экскурсию именно студентов первого курса, который в этом году у нас составил достаточно серьезный конкурс поступления на эту специальность, чтобы их сейчас уже сразу привлекать вот к этому производству, потому что Абраудерство является у нас ведущим сейчас предприятием по производству элитного вина и шампанского. Появляются новые предприятия, появляются новые сорта и закладываются новые виноградники. Под это идет большое, скажем так, и субсидирование государства. В этом году национальный чемпионат при поддержке Министерства образования и науки Краснодарского края мы анонсировали компетенцию виноделия. С нами принимали участие команда с Москвы, Ставрополя и мы. После вот этого чемпионата действительно большое, очень большое среди молодежи именно к этой специальности. В Анапском техникуме созданы все условия для подготовки высококлассных специалистов. Полностью укомплектована современная лаборатория для проведения анализов винных изделий. По словам преподавателей, сейчас востребованы именно специалисты среднего звена. Конкурс вырос. В этом году по специальности технология бродильных производств и виноделия на одно место претендовали 4 человека. В планах подкорректировать программу подготовки специалистов и ввести дополнительные курсы для студентов и желающих пройти переподготовку.